Вылетаем из Домодедово в Хабаровск на Ил-62. Запустили три движка, а четвертый никак не запускается. Борт-инженер наш открывает дверь. Я спускаю быстро стремянку. Техники быстро подводят подъемную стремянку-платформу под неработающий двигатель. Инженер взбирается мухой наверх. Ложится аккурат под движок, который техники уже подготовили для ремонта. И на глазах у пассажиров со всей дури лупит ногой по движку снизу. Самолет ходит ходуном, а инженер демонстрирует приемы карате. Затем быстро прибежал в кабину, и двигатель благополучно запустился. Пассажиры в шоке. Оказывается, магнитное реле залипло. В Хабаровске пассажиры качали головой. «Да, техника у вас». И я им говорю: «А вы не слышали на посадке? Инженер шасси кувалды выпускал».